Привет, друзья! Меня зовут Селина Илона. В этом году я проехала свой первый гоночный сезон в шоссейно-кольцевых мотогонках. Мне посчастливилось гонять в комбинезоне Alpinstars с подушкой безопасности, с аэрбэгом. Подушка очень проста в использовании, ее просто заряжаешь, как телефон. Мой гоночный день начинался с того, что я ставила комбез на зарядку. На самом деле, достаточно один раз забыть и не выехать первую сессию, ты это запомнишь на всю жизнь, что комбинезон надо заряжать. А подушка безопасности срабатывает только если ты едешь на определенной скорости. То есть на низких скоростях она у тебя не сработает. Это я к тому, что не надо думать, что если вы, например, завалились просто стоя, когда забыли открыть подножку или еще что-то такое с вами приключилось, и у вас тут же сработает подушка. Нет, этого не произойдет. Это проверено уже мной лично, когда после дождевой гонки я заехала в бокс на мокрой резине, на мокрый пол, заехала в наклоне и, естественно, соскользнула. Подушка не сработала. Да, было смешно, забавно. Но даже если ваша подушка сработает, это не значит, что вам надо отправлять будет ваш комбинезон куда-то в Европу на полгода. Alpinstars имеет сервис в России, в Москве, и вашу подушку перезарядят всего за 5 рабочих дней. Вот. А еще такой нюанс, что срабатывание подушки не одно. То есть, допустим, если вы едете в гонку, и после того, как вы упали, вы видите, что вы можете продолжать борьбу, вы поднимаете свой мотоцикл и едете по той причине, что ваша подушка вас также защищает, поскольку у вас осталось второе резервное срабатывание. Подушка срабатывает дважды. Включилась ли у вас подушка и включена ли, работает ли она у вас, проверить очень легко. У вас есть индикация на рукаве. Когда вы смыкаете контакты, то у вас включается два индикатора, а когда вы едете при наборе скорости, у вас работает один зеленый индикатор. Также таким же образом можно проверить, заряжена ли подушка, работает ли она. То есть это важно, чтобы вы помнили о том, чтобы зарядить вашу подушку. Вот так выглядит наша подушка. Контакты, которые смыкаются для активации подушки. Вам не нужно больше носить защиту спины, так как тут все встроено, и вся подушка из себя как раз представляет защиту спины. Тут у нас кнопка включения-выключения. Вниз это включать, вверх это выключать. А тут USB-порт, который подсоединяет нашу подушку к комбинезону. И заряжаете вы ее такой же зарядкой, типа как зарядка к телефону. Она у вас не только защищает спину, но также грудную клетку, ребра, плечи. То есть также мы исключаем травму ключицы. Я благодарна BikeLand за представленную возможность, так как мне это дало больше уверенности на треке. Где-то я смогла попозже затормозить, где-то получше открыть газ и не волноваться за свое здоровье. А также мой тренер меньше за меня волновался. Увидимся на треке!